Ну что, ребята, всем привет, всем-всем огромнейшее приветище, Нижегородская Волга. Сегодня мы отправляемся половить жереха, это первый такой выезд осенний, хищника осенний. И для этого что нужно? В первую очередь, так, погнали сразу в тему, вам нужна лодка и мотор. Сейчас утро, стоит туман, сейчас он чуть-чуть осядет, и мы поедем, и уже на месте будем все показывать и рассказывать. Погнали! Сейчас только бензинчика дозаправим. Да, Вован? Да, Вован. Ты хоть поздоровайся с людьми-то. Ребят, привет. Поехали на рыбалку и даже не посмотрели, что у нас бензина нет в баке. Эх, еще учат кого-то как-то рыбу ловить эти люди. Поедем сейчас на основное русло Волги, и там просторы, видно далеко должно быть, и по чайке будем вставать на жереха и пробовать его ловить, и поедем в такое более перспективное место, где он чаще всего был обнаружен ранее годами, и там будем смотреть, возможно ли это, ну, посмотреть на котлы. Это такая своеобразная, но интересная рыбалка. И что самое главное, он сегодня, сейчас, вот в начале, вот, ну, где-то в первой половине сентября должен клевать, потому что вода остывает, и он тут же поднимается бить тюльку. Пока не рискуем выходить на основное русло. Ждем, пока осядет туман. Прям смотрите, давно такого тумана не видел. Я не знаю, как передает камера вообще это все дело. Чтоб вы понимали, солнце светит. Просто ничего не видно. Да, но ничего не видно. Сейчас немножко подождем и поедем. А мне просто хочется поделиться с вами этим, этой атмосферой. Волга такая огромная река, что реально здесь без рыбопоисковой техники очень сложно ловить хищника. Ну а что делать, если хочется? Вообще вот в такой штиль на жереха ловить котлового, которого, собственно, мы сегодня и хотим половить. Очень сложно встать, тихо, жерех очень пугливая, осторожная рыба, и он близко не подпустит, поэтому изначально важен, опа, есть. Дальний заброс. Хорошая? Да, прям под лодкой. Я просто не понимаю, что это. Птичка небольшая. Это сюда. Да? Ну вот. Хороший сюда. Смотри-ка. Офигеть. Пока мы тут с вами размышляем. Вот тебе офигеть. Смотрите, хороший судачок. Давай фоточку сделаем тебе. Прям под пока лодкой. Пока мы раз это... Ну, такой килограммчик, да? Вот, в такой штиль. К жереху котловому подойти очень сложно. Он все слышит, видит. Конечно, самая идеальная погода — это небольшие такие волны. Но зато видно хорошо. Сейчас чайка сидит, мы ее видим. И когда она начнет бить, она сама, то есть сама природа, без всяких эхолотов, тебе покажет, где надо ловить жереха. А пока стоим вот на таком береговом свале, и как оказывается, здесь еще и рыбу клюет, просто вот судак. Жерех пока не выходит, рано еще. Сейчас как раз зафиксируем, во сколько начнет жерех клевать. Точно стоим в таком месте, где он по-любому сейчас есть, но он сейчас не будет клевать. Сейчас начнет бить тюльку и поедем. А пока поджигуем. Ой, дальше Бакина. Да. Смотри, там все кипит, блядь. Она просто рыба выпрыгивает, ребята, из головы. Мы это видим, но на камеру это не видно. Я попробую сейчас приблизить. Смотри, там все творится. Жесть. Вот так его и находишь. Ну что, поедем? Догнал все-таки. Да.
Да, вот на такой ромбик нержавейка для дальнего заброса, для быстрой проводки. Очень интересная картина. Со всех сторон рыбы плещется. Должно быть видно уже. Вот это и называется жреховый котел, который бьет тюльку. Странно, чайки нет, но она, наверное, нас боится. И вот на такие блестяшки с дальним забросом. Должно бы клевать. Да. Он клюет. Но не всегда. Ну, прямо вокруг нас рыба плещется. Балуется или издевается? О-о-о! Вообще такой выпрыгнул из воды. Ну блин, он же вот выпрыгнул, он здесь же и крутится. Может. Вот так. Порой прям по нему ее. Есть! Я прям выход видел. Ой, да неплохой, баба. Блин, как-то он это перегибает мне. О, да, хороший. Подсадчиком возьмешь. Ну как хороший такой, килограммовый. Смотри, что творится. Волк сейчас запрыгивает, начнет. Сейчас покажу, ребят. Вот такой вот рыбин. Смотрите, какая классная, красивая рыба. О, жерех мощный такой. Такой килограмм с небольшим. В шахте, прямо рядом с лодкой. Блин, это я прям там по головам каким-то прям вожу. Все, прямо здесь клюет. Хороший, что ли? Да. Тоже такой микрофон. Вот два теперь. Ну, нет, ну это... Это понечь. Садок набьем, да, вот. Ну это что? Зачем вот там помощь? Да, такого вот уже, ну, под килограмм отпускаем. Ладно, в общем, надо заняться с этой вот бедой. Да. Ой, как хорошо вообще. Смотрите, до сих пор у нас там так сидит, нет времени. А, не, я одного выпустил. Да. Жерех. Просто кайфую. Такой нормальный. Ой-ой-ой. Сейчас я их обоих, короче, наверно. Ой-ой-ой. Ну что ты, все, устал. Опа, есть еще одно бревнышко такое. Ну, не бревнышко, полежка. Такой уже не обхватывающийся. Блин, опять там в шахте. Ножницы. Отлично. Лаван маленький.
Там два бревнышка пока. Ну так пускай сидят. Не знаю, может ты смеяться надо мной будешь. Ну у меня тоже. Вот он дуплет, ребята. У меня небольшой. У меня тоже. Вообще такой отрыв по спиннингу. Нет, таких... Ой, блин, нет, так уже... Ой, нет, так уже... По поводу угла атаки, например, вот увидели котел, все, жерех бьет, и с какой же стороны к нему подойти? Ну, что лично я заметил из опыта, не из одного летнего, с какой стороны ты его увидел, с такой стороны и подходишь, потому что ты можешь его спугнуть, и он вообще уйдет. Поэтому мы в том году и против течения его ловили, и по течению. А сейчас стоим вообще сбоку. К нему очень аккуратно надо. Мы на веслах к нему подходили. А если начнешь там углы атаки менять, то ты его точно с этими моторами, то ты своим присутствием точно его расшугаешь. Это уже проверено. Под него очень просто подобрать ключик. Либо поверху быстрой проводкой, либо даже с паузами, и такое, и такие были поклевки. Приманка падает. Либо ее просто на дно бросаешь и со дна по диагонали поднимаешь. Если пелагический увидит, бахнет. А он пониже там, как правило, покрупнее. Ну, классные поклевки, классные вываживания. Дает он жару. Спиннинг. А, она, видите, на приманку, то есть. Все, вот чайка прилетела, она думает, что это... А, она... Да, вон она, видите, еще всплеск. Я говорю, сама природа показывает, где надо ловить рыбу. Ну, где-то с 8 до 9, я думаю, да? Утра первый выход жереха был. Бодает просто, прогоняет, не мешайте отдыхать. Ну, сколько энергии выплескивает вот на этот жор. И затихает прям реально отдыхать. Также и щука, когда она атаковала, она же очень много энергии тратит на эту атаку. После этого ей нужен какой-то отдых. Но если промахнулся, она, конечно, может сразу же жрать-то хочется. Да? Разозлился аж. Я его все-таки разозлил. Да-да-да. Давай, иди сюда, раз попался. Посмотрим хоть на тебя. О. Ой-ой-ой. На, побегай. Все равно устанешь. Все равно устанешь. Здесь, по-моему, сидели, спали. Вот, возьми. Ой, неплохой. Оказывается. Ладно, здесь вот уже будет. Чего здесь не будет? Двунди. Нет, конечно. Не будет? Опах. Вот это вообще пока. На всякий случай, я что-то плохо понимаю, пока что это такое. Может, конечно, мне показалось. Не, он хорошо, палка до полтинника прогнулась. Что-то он так дал. Да блин, да потому что это жерех. Вот от одной поклевки можно с ума сойти. Нет, жерех, это понятно.
Ты прикинь, а нихуя обыкновенно. А что ты это? Я не сказал, что от неожиданности мне так показалось. Ну да, 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 да. Он хорошо дает бой, я тебе говорю, кайф, просто кайф. Что он это? Осенью-то он всех заживет. Помнишь, он тот писал? Просто бомба. Такой отрыв, таким поленишком. Хороший. Вообще хороший. Бля, вообще такой отрыв по спиннингу. Баба, возьми подсадчик тоже. Понять не можешь. Как он? Нет, нет, иди сюда. Просто чуть побольше. Да, он очень сильный, очень сильный, очень сильный. Не хочу ему оборвать губу, поэтому даю побегать. Не знаю, как сидит. Давай, поднимай. Смотрите, спиннинг дугу. Видно? Ну что, да. Ладно. Все, пошли, иди сюда, нахуй. Ну-ка, иди сюда. Хватит, все, поигрались, пофоткались. Блин, я не знаю, что, ну, я не знаю, что он такой резвый-то. Как с ним? Как его поднять? Ты когда ты устанешь-то, братан? Блин, чуть-чуть. Так я тебе говорю, что вот так. Все, да. Это задушка. Спаление. Это вот уже такой жерех серьезный, хороший, да, рыбина? О, смотрите, какая, я его хватить не могу. Смотрите, какой здоровый. Подобрал, так скажем, ключик. Глубина примерно 5 метров здесь. Может быть, даже 6. Бросаю на дно, он падает. И там происходит поклевка. А Вован на дальние забросы пробивает. В принципе, тоже поклевывает. Всех больше мне, конечно, понравилась поклевка, когда приманка падает, и он на падении там где-то у дна бьет прям спиннинг. Течение идет вот так вот, ребята. Вот оттуда туда. То есть поперек течения бросаем. Не, видите, приманку сносит влево. Забрасываешь туда, а вываживаешь отсюда, ее сносит. 30 грамм. Этот роббик. Ребят, ну норма вылова жереха у нас на Волге, на Чебоксарке 10 килограмм на человека. Вот на двоих мы примерно около 20 килограмм поймали. И значит, давайте подведем итоги. Итак, еще раз про снасть. У меня до 35, кстати, у Вована новый спиннинг, он уже 3 до этого сломал, до 56. Вот такой вот ромбик, ну либо кастмастер, но вот на это клюет лучше. Поводок флюорокарбоновый не принципиально в данной рыбалке, но мы просто он удобный, меняем здесь и джиг пробовали, и то, и все.
лодка ПВХ, 9,9 мотор, Волга. Увидели котел, либо его показала вам чайка, она начинает вот так вот бить, одна, либо две. Либо вы его просто сами нашли, увидели, что рыба бьет тюльку, она ее прям видно с поверхности. Я думаю, в этом ролике были такие кадры. Как подойти к котлу? Не можем подсказать, либо по течению, против. Вот мы и так, и так, и так пробовали, и всегда клюет. И подбираем ключик, значит, но близко к нему не подходите, либо потому что он сразу свалит. Он все чуть-чуть испугается, либо будет отодвигаться от вас, вы не подпустит к себе даже на дальний заброс. Потихонечку подошли, встали на якорь и начали его ловить. Пробуем верхний слой, средний слой и прям со дна. И там, и там, и там могут быть поклевки. И, кстати, поклевки. Покажу вам еще вот такой вот, такие вот рыбины клюют. Очень прикольно вываживание. И, наверное, и щуку никакую не надо пока. Ее пока рановато, она еще не совсем в протоки и в заливы зашла. Мы сегодня с утра попробовали. Ну, в общем, такая отличная рыба. Чувствуется, набита. Вот. На этом, наверное, и все. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Может, кому что-то непонятно, отвечу в комментариях. В общем, всем любви, удачи, счастья, мирного неба над головой. Всем пока!